В актовом зале 31-й школы собрались учителя и руководители образовательных учреждений. В преддверии Дня учителя здесь проходит торжественная церемония награждения педагогов, которые показали высокие результаты в работе. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский. Желаю вам в первую очередь крепкого здоровья, конечно же, профессиональных успехов на вашем поприще. Ведь учитель – это человек, который не только учит, но и сам учится постоянно, ежедневно находится в поисках. В поиске какой-то новой темы, новой идеи, нового проекта. И тем самым вы подаете пример не только ученикам, но и всем нам, людям, которые находятся рядом с вами. В Химках трудятся почти 2000 учителей. За профессиональные достижения, за активное участие в волонтерском движении наградили лучших из лучших. Отраслевые награды, звания, почетный работник общего образования, грамоты Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Московской области, а также благодарности главы и награды Совета депутатов получили 100 учителей. Это стимул трудиться, работать дальше, покорять более высокие вершины, проявлять себя творчески. И радовать, конечно же, наших детей своими идеями, задумками. Награждение учителей перед началом нового учебного года стало уже доброй традицией в Химках. Впереди у педагогов новые задачи и новые свершения. Отрадно, что в этом году в школы городского округа дополнительно привлекли более 200 учителей. Радует то, что очень много молодежи. Опять же, знаете, какая преемственность, естественный процесс созидания. Низкий вам поклон и спасибо. В завершении праздника для всех собравшихся творческие номера от учеников городского округа. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.